Тема информационно-коммуникационных технологий обсуждалась сегодня и в Азербайджанском техническом университете, где состоялась конференция «Цифровой Азербайджан-2025». Развитие сферы ИКТ в республике всегда было одной из стратегических целей азербайджанского государства, подчеркнул проректор Технического университета по науке и технике Ильхам Пирмамедов. Выступивший с докладом на тему «Динамика основных тенденций высоких технологий в Азербайджане до 2025 года», исполнительный директор Государственного фонда по развитию информационных технологий при Министерстве связи и высоких технологий Азербайджана Эльчин Зейналов призвал студентов быть более активными и обращаться в фонд со своими идеями. Фонд готов профинансировать любой перспективный проект, подчеркнул он. В свою очередь, член Совета экспертов Общества исследования будущего Азербайджана Рейхан Гусейнова заявила, что в будущем в сфере ИКТ в Азербайджане может быть достигнут большой прорыв. Наша задача знакомить наше общество, знакомить нашу молодежь, студентов с последними исследованиями в этой области, с последними трендами. И мы идем в ногу с требованиями и с задачами, поставленными руководством республики в связи с дорожной картой, которая была утверждена господином президентом. Поэтому такого рода мероприятия, конечно же, вносят свою лепту в то, чтобы молодежь могла быть ознакомлена с самыми последними достижениями в области цифровых технологий и в мире. Вы знаете, что нет будущего без технологий. То есть информационные технологии – это одна из ключевых сторон исследований будущего.